МЧС России за здоровый образ жизни. Акция под таким названием стартовала в Люберцах. В рамках мероприятия сотрудники МЧС провели необычную тренировку с юными спортсменами. Какие сюрпризы ждали ребят, узнавала наша съемочная группа. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами будет необычное занятие. Моя фамилия Зубков, меня зовут Сергей Александрович. Я являюсь старшим инспектором пожарного надзора по Люберецкому району. С такого необычного приветствия для юных тэквондистов началась тренировка. Спички детям не игрушки. Такая простая, но важная истина, которую до них донес инспектор по пожарному надзору. Удивленные спортсмены внимательно запоминали все наставления незнакомца в погонах. Каждый спортсмен, он в душе потенциальный спасатель. Хотел бы к вам обратиться с просьбой о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, не баловаться спичками и зажигалками. Профилактическая беседа – далеко не все, что ждало ребят. Оказывается, сотрудник МЧС владеет их любимым видом спорта. В одночасье простое занятие превратилось в своеобразный мастер-класс от многочисленного призера всероссийских соревнований по тэквондо. Ведь ни для кого не секрет, что спасатели должны быть в прекрасной физической форме. В рамках проведения данной акции мы проводим и принимаем участие инспекторским составом в различных спортивно-массовых мероприятиях. Сегодня провели небольшую тренировку и, конечно же, с большой пользой напомнили и воспитанникам, и родителям о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности как в быту, так и на иных объектах защиты. Это необычная тренировка с молодыми спортсменами. Часть большой профилактической работы с населением, которую ведут сотрудники Госпочнадзора по всему Подмосковью. Акция МЧС России за здоровый образ жизни. Занятие, которое призвано не только напомнить о пожарной безопасности, но и подчеркнуть значимость спорта в жизни каждого человека. Я рад, что у нас сотрудники МЧС уделяют внимание детям, проводят такие мероприятия, ведут здоровый образ жизни и поддерживают нашу молодежь. Еще один небольшой сюрприз от гостя – книга с интересными рассказами. Ее получила отличившаяся спортсменка. Марго всего год занимается тэквондо, а уже показывает хорошие результаты. Я считаю, что надо вот знать искусство единоборства, чтобы, если что, суметь дать сдачи, если тебя могут обидеть. И я считаю, что это вот надо заниматься спортом, чтобы быть здоровым, и чтобы все у тебя было хорошо. Подобные профилактические мероприятия ждут и других спортсменов городского округа. Ведь такие понятия, как пожарная безопасность и здоровый образ жизни, идут бок о бок друг с другом. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.